Воскресным утром я гуляю по Пельгулине со своей собакой. И что же я могу сказать о своей второй неделе? Могу сказать, что ситуация у меня под контролем, но ситуация сама по себе очень угнетающая. Все мои затраты находятся в рамках бюджета. Свои финансовые планы я еще не нарушила, но я ничего не могу себе позволить. Совсем ничего. А моя семья также уже устала от этого эксперимента и спрашивает, как долго это безобразие еще будет длиться. Что это им уже, в принципе, порядком надоело. Обычно по выходным мы готовим что-то особенное, позволяем себе то, что в течение рабочей недели мы не могли себе позволить. А в этот раз все радости пришлось отложить уже вторую неделю подряд. Мы просто купили на рынке картошки, капусты, моркови и фарша. Я сделала тушеные овощи, которые помнила еще со своего детства. И, ну, муж сказал, что все очень вкусно, но в действительности хотелось бы уже и себя, и свою семью немного побаловать. В этом смысле нам еще в ближайшие недели проекта нечего ожидать. Также мне надо организовать для своих коллег праздник. И поскольку я несколько запоздала с приглашением, скорее всего, мне придется просто принести на работу собственный испеченный пирог. Семейных людей я не могу пригласить в гости за пару дней до мероприятия. У всех запланированы свои тренировки и время с детьми. Так что посмотрим, что и как будет в дальнейшем. Пока.